В пятницу был избран новый председатель Актюбинского городского филиала Международного общества «Казак-Теле». Эту должность занял Естай Жайлыбай. Вместе с тем, в ходе совещания были подведены итоги работы организации за несколько лет. Международное общество «Казак-Теле» содействует развитию родного языка и повышению его статуса. Несколько конкурсов стихов и патриотических вечеров с участием молодежи города также являются результатом работы этой организации. В завершении мероприятия были награждены руководители учреждения и актюбинцы, принимавшие активное участие в работе общества.